Красноярец снял любительское видео об острове Татышев. Там есть все, за что горожане и гости Красноярска любят остров. Пейзажи, занятия спортом, утки и вечно жующие упитанные суслики, которые уже стали символом Татышева. Готовый ролик автор Валерий Бархатов опубликовал в соцсетях. Как рассказал Валерий, идея снять подобный клип пришла совершенно случайно во время прогулки. Через день трехминутный ролик был готов.